Внушительные размеры тела и боевая раскраска заставляют прохожих шарахаться и махать руками, когда сколли пролетает мимо. Спровоцировать сколли на укус можно, но надо сильно постараться. И жалит она намного слабее обычной осы. Так что нельзя записать сколлю в список опасных насекомых, и бояться ее не стоит. А вот беречь и охранять стоит. Сколли – красивые и полезные создания, которые уничтожают насекомых-вредителей и опыляют растения. Пеструшка Сапфа. Дневная бабочка из семейства нимфолит. Летает по полянам, опушкам, обочинам дорог, под пологом разреженных лиственных лесов. Участки местности близ рек и других водоемов. Здесь растут растения, на которых развиваются гусеницы пеструшки Сапфа. В Красной книге Всемирного союза охраны природы вид имеет четвертую категорию охраны. Таксон, не находящийся под угрозой исчезновения, но близкий к нему. Пяденица пятнистая, активно днем, полет слабый, как правило, поднимается в воздух только в солнечных лесах.